Здравствуйте, друзья! Мы с вами находимся на балкончике таком. Сейчас я покажу. На балкончике находимся в компании Citrix. Это одно из ее зданий. Вот там дальше отель. Вот так хотел показать, как люди работают. Давайте, может быть, пройдем к той стеночке. Может быть, вам ветром шумит, я не знаю. Но вот такая картина открывается. Приятно, приятно работать в приличном месте. Вот мы идем по коридору. Тут такие офисочки небольшие. Если что. Вот, друзья, чем Бог послал. Значит, люди перекусывают, перепивают. Тут кофемашинки, микровей, холодильничек. Мы в чужие холодильнички не лезем. Так, соки, напитки. Ну, уже конец дня, тут, наверное, все. Подпили они, что ли, не знаю. Холодильник опустел. Чипсы. Вот, смотрите, друзья, как выглядит конференц-рум. Тут два здоровенных телевизора Sharp. Здесь, ну, у нас многие люди, кто нас смотрит, могут сказать, что это. Вот. Вообще, это какие-то камеры. Я бы их назвал так условно профессиональными. Они какие-то здоровенные. Оптика хорошая. Да. Естественно, красивый вид. Без красивого вида нет интеллигентного разговора. Вон там вы видите парк аттракционов. Называется Great America. Вон там подальше. А вот смотрите, что на столах. Что это вообще на столах? Ну, телефон я понял. Телефоны, микрофоны, ремоут-контрол. Так, в общем, вот тут мы будем интеллигентно разговаривать о деле. Вот, а так кубики, сидят люди в кубиках. Всюду одно и то же. Вот, друзья, покидаем мы с Софией. София нарядная, как английская королева. Вот, значит, покидаем. Мы вышли, спустились. И миленько, да, София? Правда, смотри, там у них столовка тут явно. Или что там у них? Все для работы. Да. Вот действительно, вот хорошо сказали, все для работы, друзья. Для работы, это все. Оказывается, это все для работы. А мы думали, что это все для того, чтобы enjoy life. Да. Ну, слушай, это создает хорошее настроение. Ты да. Чувствуешь себя человеком. Вот мы выходим, мы видим наверху написано Citrix, название компании. Ты приходишь да. В такое красивое здание. Там тебе всегда. А вон то паркинг явно. Четыре да. Этажа, смотрите. Это паркинг колоссальный. Да. Вот, а это наш иммигрантовоз, на котором мы и покидаем гостеприимный Citrix.